50 детей из Лисичанска Луганской Народной Республики будут обучаться на базе кампуса Елабужского института Казанского федерального университета. Данная мера была разработана специально с целью обеспечить детям возможность поступления в российские вузы. Первые дни своего пребывания в Елабуге ребята познакомились с институтом и школой, встретились с директором Еленой Мирзон, а также главой Елабужского района Рустемом Нуриевым. Самое главное сейчас ребят социализировать с коллективом школы, чтобы они адаптировались. Для этого я вижу один способ – это совместные мероприятия и спортивного характера, социально-культурного значения. Это и на объекты культуры, объекты музея-заповедника, спорт. Я думаю, что вот это поможет. И, конечно, надо активно готовиться к экзаменам, у них год выпускной. Для прибывших из ЛНР в школе университетская сформированы два класса, которые будут заниматься по отдельному учебному плану. Расписание составлено таким образом, что в первой половине дня ученики будут посещать учебные занятия с учителем, во второй – дополнительные занятия по предметам. Вести их будут студенты-волонтеры. Основная наша задача – подготовить ребят к хорошему, положительному итогу по выпуску из школы уже. То есть ребятам предстоит за короткое время вступить в учебный процесс, учитывая, что они уже больше года не учились. И, конечно же, для них это будет, безусловно, наверное, непростой задачей. И мы должны подготовить наших ребят к сдаче единого государственного экзамена и, конечно же, смотивировать на то, чтобы они поступили в наши вузы Республики Татарстан. Нам здесь очень нравится, нас хорошо встретили. Просто у нас отличные воспитатели, учителя, весь персонал, который нам помогает. Все просто очень хорошие, очень добрые. Все приняли нас прям как родных. У нас отличный ремонт, отличное место жительства нам дали. За нами круглосуточно присматривают техперсонал, медработники. В ближайшее время новым ученикам предстоит определиться с выбором предмета для сдачи ЕГЭ. Ребята полны энтузиазма и уверены, что совместные усилия коллектива Елабужского института, школы, студентов-волонтеров и самих обучающихся приведут к желанному результату. Алина Красильникова, Айдар Нурмиев, Универньюз.